Всем привет! Сегодня у нас 8 февраля 2020 года. Мы приехали в поселок Гастелово. Здесь у нас прекрасная школа. В общем, ситуация какая? Не так давно я делал достаточно обширный фоторепортаж из этого места, который немножко срезонировал в наших соцсетях. И появилась группа активистов, которые решили, что пора эту школу немножечко спасти, а конкретно немножко навести в ней порядок и сделать так, чтобы сюда перекрыть доступ для всех посторонних личностей, таких как я, только вандалов. Вот. И, в общем, смысл какой? Сегодня, 8 числа, здесь собирается определенная группа активистов, которые будут наводить в ней порядок. Попытаемся ее закрыть, доступ посторонних, ну и, в общем, провести хорошо время. Погода немножко испортилась, серое небо, очень холодно на улице, хоть и немного градусов, но холодно. Но, тем не менее, я думаю, нам это не помешает. Сейчас мы пойдем, пройдемся по школе, сделаем какие-то зарисовочки, дождемся приезда всех людей, которые собрались участвовать в этом мероприятии, и начнем. Чем примечательна эта школа? Ну, во-первых, своим внешним видом. Сами можете это наблюдать, что очень нестандартно и необычно. Школа немецкая, школа начала 20 века. Примечательна она еще была тем, что она была названа в честь Адольфа Гитлера. То есть не так просто это все. Вот. Но нас, конечно, меньше всего волнует, что она в честь Гитлера была названа. Нас другие вещи волнуют. Вообще, в принципе, ее архитектурное значение. Сами можете наблюдать, что школа, ну, реально интересная. Сейчас мы ее обойдем еще с той стороны. С той стороны она тоже очень колоритно выглядит. Ну, а так это вот, как бы, вот такое вот прекрасное строение. Ну вот, друзья мои, вот как я и обещал, вот с этой стороны, конечно, школа выглядит более так колоритно. И я, когда вообще о ней первый раз узнал, увидел первые картинки, увидел ее живьем, вот эти вот очертания стеклянные, прям сразу у меня нарисовалось в голове образ немецкого орла, который у них везде присутствует в символике. Так что я думаю, что и вы сейчас это можете тоже увидеть и распознать. Стекло вот это вот, кстати, которое использовано в этих вот линиях, оно еще оригинальное немецкое, естественно. Потому что школа после войны не пострадала. А вот эти вот боковые вот штуки деревянные, это уже пристройка, это уже наши пристраивали. Чтобы, дабы не просто так не пропадала полезная площадь. Вот так вот это выглядит с внутренней стороны. Ну что, друзья, окунемся в мир заброса и тлена немецкой школы. Вот это вот был класс. Можно это сразу видеть. И что самое примечательное, на что я практически сразу обратил внимание, когда здесь оказался первый раз, это вот на вот эти вот скошенные углы. Обратите внимание, вот это вот закругление. И всегда идет в дверном проеме один угол прямой, но опять же тоже с таким вот скошенным моментом, а второй прямо вот закругленный. Вот такая вот особенность. Это практически в каждом помещении школы прослеживается. Ну а внутри здесь вот так все это и выглядит. Собственно, поэтому и было решено сделать здесь небольшой субботничек и попробовать запилить вот эти вот входные окна, которые доступны
для доступа всяких разных вандалов и алкашей. Кстати, школьная доска. Ну, естественно, советская же, но она здесь еще есть. Так, ну что? Здесь мы находимся сейчас в данный момент на, грубо говоря, в цокольном этаже. Это или там подвальное, можно сказать, помещение, но при этом оно было полноценно использовано, ну, опять же, исходя из моих догадок и наблюдений. То есть здесь все было использовано, вот эти классы, они рабочие были абсолютно. Вот, здесь по антуражу можно понять, что вот они и доски и остались, и учебники здесь. То есть все здесь было, использовалось. Такие вот лампы советские, прикольные. Остались еще тоже. Ну, а по сути здесь чего-то годного осталось очень мало. Можно сказать, практически не осталось. Или вот, например, вот такой вот плакат. Возможно, здесь был какой-нибудь кабинет ОБЖ. Или трудов. Вот, кстати, опять хотел вернуться к проему, да. Вот, смотрите, проем полностью скошенные углы с двух сторон уже. Вот такие вот. И достаточно невысокие. То есть здесь везде надо пригинаться. Вот. Вот так вот. То есть прям вот до головы доходит. Вот. Одно из самых интересных мест вообще в этом заведении, которое меня больше всего повергло в какой-то ступор и очень много вопросов возникло, это вот это помещение и вот эта вот гранитная чаша большая. Вот это вот все. Вот можете наблюдать, потому что это, как выяснилось потом, вот они души вот такие здесь были. Души, кстати, еще реально оригинальные. Как мне рассказали местные старожилы, которые здесь учились и работали, а душами не пользовались никогда. То есть в советское время, уже послевоенное, эти души так и остались. Здесь было просто складское помещение, и ничего здесь, ну, не использовалось по прямому назначению. Но, как удалось выяснить из архивных источников, эти души сплошь и рядом использовались в немецких школах для закаливания учеников. То есть прямо здесь группами заходили ребята, стояли вот в этой гранитной чаше, и на них лилась водичка, ну, может, не ледяная, но, в общем, закаливание. Не для мытья, а именно для закаливания. Ну, по крайней мере, такая информация, которую удалось найти в сети. Повсюду валяется очень много всяких разных остатков пособий, различной школьной утвари и прочего-прочего. Конечно же, все уже разграблено, разворовано, разбомблено. Здесь, видимо, был какой-то склад подобных вещей. Возможно, кабинет какого-нибудь учителя трудов. Возможно. Ну, в общем, вот всякая-всякая разная всячина, которой уже и не осталось, по сути, своей. Вот. Ну все, мы идем далее. Мы идем на первый этаж школы. Не будем сильно задерживаться в подвале, хотя здесь еще есть что посмотреть. Но мы пойдем дальше. Так, ну что, пойдем на первый этаж. Гранитные ступени. Вход. Кстати, ну, в немецких школах задний вход работал наряду с и передним. То есть там не было такого, что задний это какой-нибудь заваленный проход. Ну и вот основной коридор. Прекрасная лестница. Вот такая вот антуражная.
Здесь раздевалки как таковой не было, как можно наблюдать. Здесь было вот такая вот висели крючки, и дети прямо тут в коридоре вешали свои вещи, переодевались. И вот тоже очень антуражный элемент, оригинальный. Это вот эти прекрасные, офигенные радиаторы, которые еще не успели спилить. Но, судя по всему, я уже приметил. Я пробегу. Сейчас, 5 секунд, подожди. Ну, судя по всему, вот этот уже подготовили. Вот уже обрезали все. Его выпилили. Но я думаю, что его просто не унесли по причине того, что он очень тяжелый. Это не обычная там советская батарейка, а прям серьезный мощный радиатор. А у нас здесь какая-то кристаллическая решетка. Ну, входная группа уже, скорее всего, перестроена, конечно же. Вот эти деревянные двери, хотя вот эта ручка. Ну да, 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 да. Так, еще один примечательный момент. Раньше в школах, возможно, еще кто-то помнит, и в наших даже школах были вот такие вот питьевые фонтанчики. В частности, вот здесь был питьевой фонтан когда-то. Ну, конечно же, шелупонь какая-то его весь испортила. Жгла в нем костры. Но вот здесь был питьевой фонтан. Вот один из самых печальных кабинетов этой школы. Здесь очень много различной литературы везде валяется. И что достаточно примечательно для многих, кто видел мой репортаж отсюда, это вот эти вот многочисленные портреты различных великих и известных людей, которые меня очень просили спасти отсюда. Вот сегодня переговорю, может быть, удастся что-то спасти и куда-то направить в более нужное русло. В принципе, это просто бумажки. А бумажки, приклеенные вот этой цветной лентой. То есть это не в рамках ничего. Вот, а под ногами здесь такой вот тотальный тлен. Различные учебные пособия. Видимо, кабинет биологии, возможно, был. Потому что здесь различные пособия строения разных частей тела человека, органов внутренних, вот, и так далее. Мозг где-то здесь даже был. Вот какое-то пособие. Что-то тут с клетками связано или что здесь. Вот. Вот еще что-то. Ну, короче, было всякое разное. Тут же баян разорванный. Вот. И книжки. «Комсомольская правда». Какой год? 89-й год, пожалуйста. Вот. А это из кабинета... кабинета немецкого языка. Вохин, воцу, куда, зачем, наверное. Я уже не помню, честно говоря, хоть всю жизнь учил немецкий язык. Ну, в общем, вот такой вот грустный кабинет. Развандаленный весь по полной программе. Ну, а мы идем далее. Так, заходим в следующий кабинет, который мне стал примечателен по одной причине. Ну, для меня, по крайней мере, это было примечательно. Это вот такая вот огромная доска на всю стену, которая продолжается еще и вот на вот эту стену. То есть, ну, раньше я реально таких досок, кабинетов с такими досками не видел нигде. Это, конечно, интересно достаточно. Кабинет квадратной формы. Хотя нет, он немножко вытянутый. Ну, такой достаточно большой. И опять же мы видим скошенные углы дверного проема. С этой стороны тоже был фонтанчик питьевой, но, естественно, его тоже сожгли у шлепки. Здесь у нас что интересного? Здесь у нас офигенная лаборатория была.
Естественно, она вся разбомблена и разворована подчистую. Живого места здесь нету. Выглядела она... Ну, скорее всего, она была прилично заполнена. Здесь реагенты, химические элементы и прочее-прочее все здесь было. Вот всякие мензурочки. Но живого не осталось ничего. Моя жена очень просила спасти здесь ей какие-нибудь колбочки. Но я, естественно, ей в этом отказал, потому что нести домой колбочки... Ну, естественно, вести с собой колбочки домой с неизвестным содержимым, я считаю, не очень целесообразно и не очень правильно. Поэтому ничего мы отсюда брать не будем. Кстати, в этой комнате, судя по всему, стоял какой-то некий проектор, потому что здесь вот сделаны такие дырки, закрывающиеся, причем вот видно, здесь закрывались они вот так. И вот в тот кабинет там можно было показывать какие-то, видимо, фильмы физические. Про физику или про химию. А так вот и все. О, подставка под мензурки. Идем далее. Так, здесь кабинет. Ну, просто какой-то кабинет. Возможно, какая-нибудь учительская или еще что-либо. Фиг знает. Хотя нет, если вот здесь вот была лаборатория, здесь, возможно, лаборантская какая-то была тоже, ну, связана. Ну, явно не учебное помещение, а именно административное. Так, что, идем далее. Идем далее по нашему списку. Ладно, идем далее. Вот какой-то кабинет, который был зарешоченный. Но... Как нам подсказывает наша метод дедукции, это был кабинет информатики. Все очень просто. Судя по остаткам компьютеров, 100% это был кабинет информатики. Здесь вот остатки системных блоков. Вот, пожалуйста, привет из Гурьевска. Сельские все. А, привет из Гурьевска, сельские. Тра-та-та-та-та-та-та. Ладно, хрень всякая. Вот, поэтому, ну, как бы, какой еще кабинет мог быть на решетке? Очевидно, что это был кабинет информатики, дабы никто не стырил дискеты и компьютерную технику. Остатки от пластинок, упаковки, обложки, они все пустые. Вот, здесь у нас тоже решетчатая дверь с решеткой. Это уже переход... в некий жилой корпус. Здесь я вот сейчас, честно говоря, не припомню на память, но, по-моему, когда эта школа была в оригинале, в немецком еще, здесь проживали вот в этих боковых корпусах двух, проживали учителя, а в основном корпусе происходило обучение. Вот. И, по-моему, здесь, там, послевоенный, так сказать, период, когда уже школа работала, также здесь проживали. Либо здесь были административные какие-то помещения. Вот. Потом все это дело, естественно, тоже вот развандалили. Вон, видите, даже сейф остался. Обои, блин, кайф просто. Где они их находили, эти обои? Да, кстати, точно. Здесь администрация. Вот сейчас действующий вот, в этой школе, вот то крыло, оно действующее. Вот то вот. Там библиотека и администрация поселка. Вот. А раньше они сидели вот здесь. Ну, вот в этом помещении, где мы сейчас находимся. Потом здесь что-то у них все обветшало, ну, или что-то произошло. Короче, в итоге они решили перебраться в то крыло. А здесь, ну, естественно, полный оставили тлен и хаос. Слава, слава, чего слава великому
И непонятно, КПСС, что ли, или что там, нет. Кому-то великому. А здесь вот на была выставка детских работ. Такая вот надпись. Ну да, здесь вот сильно все обветшало, начало рушиться уже вот. Вот так все погнило. Начала рушиться штукатурка. Причем еще оригинальная она вот с этим, как это называется, этот не тростник, а... О, Господи. Короче, вот вы сами видите, это сено или как это называется правильно? Камыш, да. Когда им прокладывали еще и вот на него накладывали. Ну, типа армировали, да. Сеток-то не было, но это же как-то деревянный перекрытие. Да. Да, совершенно верно. Ну, в общем, так вот. Все. Ну и везде, конечно, нас везде преследуют остатки литературы различной и пособий школьных. Что, пойдемте на второй этаж. Ну да. Вот это стекло, это оригинальное стекло, еще родное. Вот такой вот толщины оно. В принципе, мы все знаем советские такие кирпичики квадратные. Не-не-не, она же не пострадала после войны вообще. Как бы, ну, смысл был бы менять. И я такого стекла... Да, я такого не видел у нас нигде. А оно, вон, смотри, все простреляно, но это уже, естественно. Ну да. Но они все там первые, даже квадратные. Так, ну что, вот мы поднялись на второй этаж. Здесь тоже вон своя раздевалочка. Здесь вот была доска почета. Скорее всего, здесь стояли какие-то награды школьные. Ну, все разбито. Прикроем ее. Так. Ну, в принципе, здесь все повторяется. Здесь такие же кабинеты. Вот это был кабинет немецкого языка, опять же, исходя из надписи наверху, которая гласит: «Мы изучаем немецкий». Wir lernen Deutsch. Ну, а здесь уже русский. В принципе, здесь все, можно сказать, практически идентично к первому этажу. Тоже кабинет еще один. Тоже две доски. Вот на стене доска. И вот на стене длинная доска. И вот, кстати, Урбан здесь. Кто-то отметил Урбан. Возможно, Женька подонок. Еще интересности нас ждут на третьем этаже. Там очень крутой актовый зал, и он же спортивный. Ну, а здесь в очередной раз мы видим большое количество макулатуры различной, посуды. Вот меблюшка. Кто занимается там винтажной мебелью, пожалуйста. Вот вам такой стеллаж. И антуражненький потолок. Да, вот пособие учебное. Такой скелет какого-то. Кролика написано. А, кролика? Кролика, значит, кролика. Ну и тут под ногами еще, возможно, какие-то скелетики мышек. Вот. Так, ну там просто кабинет. Я предлагаю нам пойти и продолжить наш путь на третий этаж. Там очень колоритный спортивный зал. Красивая, крутая лестница, такой вот подъем здесь. Вот такой вот. Вот так на третий этаж. Детки бегали заниматься спортом и участвовать во всяких мероприятиях общественных. Вот такой здесь зал. Вау. Смотрите, какая красота. У меня вот эти вот окна, просто прям я кайфую. Это ж какая прелесть. Единственное, конечно, с точки зрения практичности,
наверное, это было не очень, потому что интересно, сколько раз тут дети выбивали стекла мячами или еще другим каким-то спортивным инвентарем. Ну и здесь же был актовый зал. Здесь вот даже была вот такая вот выступ такой, я так полагаю, для суфлера, который здесь должен был сидеть как-то. Такая вот, видите, штучка. Вот. Ну, там выход по-нашему в гримерку. Здесь вот тоже какая-то коморочка была для, видимо, может, учителя или еще что-то. Вот так вот вид на улицу. Опять же стекла, кирпичи стеклянные. У меня есть фотография этого актового зала, каким он был во время, в 30-е годы, скажем так. И вот вы можете на нее сейчас посмотреть. Вот мы сейчас займем вот примерно вот в этот ракурс. Где-то примерно вот так. И вот, пожалуйста, фотография того, как это выглядело 80, там, 90 сколько лет назад. Ну, а вот здесь вот были помещения, которые я показывал ранее с улицы, когда говорил вот то, что форму орла нам напоминает, и по бокам вот такие пристройки деревянные. Собственно, вот так они выглядят изнутри. Вот, вот так улица там. А это было просто, ну, условно говоря, во времена, когда здесь еще были немцы, это была просто уличная часть. Это, грубо говоря, балконы были уличные, большие. Вот, с выходом вот. Тут выход был. И, судя по заложенной кладке, выход был вот тут. Вот, и это был просто, условно говоря, вот мы видим балкон. То есть вот этой вот всей пристройки не было, это уже строили наши. Вот. Это вот третий этаж у нас актовый, и он же спортивный зал. Здесь какая-то коморочка, видимо, была. А, ну вот видно заложенный выход туда. Здесь какой-то тоже проход получается был. Непонятно. Непонятно. А, ну да, с одинаково, но. Очень мне нравится вот этот вид. Очень прикольно выглядит. Так, друзья мои, ну что, тут уже движуха полным ходом идет, уже даже вон куча мусора вынесли. Людей приехало очень много тут с окрестных деревень, с областного центра местного, с города Славска. Тут уже вот вовсю идет движ по выносу мусора. Уже даже я не представляю, когда они успели это все вынести, я что-то не пойму. Посмотри, просто капец, мы ж только что это внутри снимали все. Вот здесь вот, пожалуйста, вот такое вот идет движение. Просто все молодцы, все работают. Происходит очень активное. Вот, посмотрите, мы только что здесь ходили по мусору, а его здесь уже мало осталось. Стекла даже меняются. А стекла менять будут? Что-что? ОСБ забивать. А, забивать ОСБ. Ну, неплохо, неплохо. Вот, видите, что... То есть, смысл в чем? Сейчас все, что побито и стекла... Смысл, видите, в чем? Побитые стекла сейчас все изымут из рам, и будет установлено ОСБ, будет заколочено все дырки. Ну и, соответственно, все помещения, которые открыты, они будут всячески закрыты. По крайней мере, постараются это сделать. Ну вот, активная работа тут ведется везде уже. Уже везде практически чисто. Где мы только что снимали тотальный тлен и мусор, уже... Вот, видите, это, кстати, эти учебные пособия.
Это что-то по фильму, ну, этой, как его, где это изучают? На биологии или где-то? На географии, скорее всего. Или на географии, да. Так, ребята. Тёмыч, Тёмыч, пойдем за мной. Так, вот один из самых печальных кабинетов, который уже здесь, вот, пожалуйста, здесь очень много чего расчистили. И процесс продолжается. Папа, это кабинет. Это класс. Ну, это класс, да. Ну, класс, кабинет, это же как бы... Пойдем за мной, Шмар. В школе стоит такой шум, как будто здесь уроки идут. То есть, как будто это, ну, учебное заведение вполне себе действующее. Вась, вот, вот, видел? Да, вот кто-то, видишь, уже спустил. Вторая вот группа Джек. Видишь, кто-то приготовил, видимо, хотят спасти. Слушай, я не буду. Просто не, ну да, вас уже... Дома тоже вот это... Да, конечно. Я сам барахольщик, на самом деле. О, мальчишки молодцы, работают, стараются. Парни вообще красавчики. Так, ребят, я помогу. Сейчас пойдемте там... Красавчики. Стекла, мусор, все собирается. Молодцы. Блин, в школе стоит, я говорю, такой движ, что непривычно после того, когда здесь была полная тишина, и мы ходили, снимали в тотальной тишине. Ой, а пылюка какая, мама родная. Лучше прикрыть. Ну вот. Молодцы. Все просто... Тём, осторожно. Все просто молодцы люди. Да, сынок, здесь много такого. Пойдем в актовый зал сходим. Тём, наверх. Да. Вот здесь уже подмели. Вот, подмели уже мусор. Смотрите, как чистенько. О, класс. Супер. Ой, пыльно, очень сильно пыльно. Но зато идет процесс. А, здесь уже метут. В актовом зале уже не тут. Наводится порядок активно. Все молодцы. Общество ветеранов Славска здесь участвует, да, правильно? Совет ветеранов. Ой, совет ветеранов, да. И молодежь же. Ну, молодежь тоже приехал, но и ветераны. Вот здесь уже порядок какой. Стекол понабили, очень много стекол, да, но. Придется новый ставить. Да. Слушайте, ну, приятно, конечно, осознавать этот процесс, что все это возымело какой-то... А ну-ка, вот, смотрите. Мы приехали из Тимирязева. Да. Ветераны тоже из Сердючки. Ага. Но очень сожалеем, что наша школа построена в 1934 году. В Тимирязево. В Тимирязево. Ага. Но ее разрушили до основания. Там, хотя до 44 года, там учились еще немцы... И наш поселок был 19 января, еще охранялся под штурмом этими отрядом, под штурмом, вот, народным отрядом. А 20 января уже пришли советские солдаты. Ага. Вот, то есть наш поселок был как бы взят, ну, без боя. Без боя, ну как и этот, он же тоже вот, практически не пострадал. Но самое главное, что сейчас... За 75 лет он разрушен хуже, чем... Ну, да, как и все поселки области нашей. От этого здания нашего, которое я заканчивала школу в 70-м году, уже 50 лет назад, от этого здания не осталось даже кирпичика. Обалдеть. Вот, ну, здание у меня есть полностью, фотографии, да? Фотографии вот немецкого поселка всего. Ага. Какое было? В 1903 году первое освещение было. Первое... Не, Тимирязево достаточно. Я знаю этот поселок, да. Телезитер, он выпускался вот именно на нашем молокозаводе. Да. Он еще сейчас функционирует, там молочка есть, там молоко привозят, охлаждают, сейчас функционирует. И некоторые дома, Райфайзенбанк был, большущее, красивое здание. Но, к сожалению, вот 90... Ничего не осталось, да. Все до основания. Да? Как и все поселки области, практически все, да. У нас ведь там памятник, вот,
стоит в центре, когда едете на Ясное, вот в центр, полезно, Ясно. Там памятник воинам Первой мировой войны 1914 года. Он построен, он был открыт, по-моему, в 30 каком-то году. Ну, вот я сколько я прошу, чтобы его хотя бы там ротонда красивая, там в этих нишах были фамилии написаны. Ну, на углу ротонда там стоит. Да, 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 вот это. Да, вот ротонда, да, да, большая. Которая заросшая уже вся. Нет, мы ее стараемся и сажать. А, да? Да, мы вот ветераны, мы сами стараемся. Следите за ней, да? Просим администрацию хотя бы привести ее в порядок, потому что там крыша, ну, уже это протекает. Ну, да, да, да. И да, хотя бы вот эти вот ниши почистить, чтобы найти имена вот этих погибших там. Ну, к сожалению, никто... Только своими силами только все. Только своими, да. В общем, все, вот происходит движение, уборки, активно все люди делают, все, молодежь местная вся участвует. Пацаны сначала разбивали здесь стекла и все кромсали в кабинетах, а теперь убираются, ходят, помогают всем. Молодцы, молодцы, все молодцы. Антош, а ты молодец? А я снимаю, материал снимаю. Пойдем в подвал сходим, сынок. Да. В подвале тоже движуха. На самом деле в подвале был один из самых основных доступов в эту школу. Это вот этот кабинет и вот эти окна. Потому что здесь вот кое-где решетки еще остались, а остальное вот здесь вот все... Конечно, это достаточно временная мера. Ни одного вандала это не остановит, фанера. Но хотя бы создастся впечатление, что за школой следят. Вот. Так, до подвала еще люди особо не добрались. Порядок здесь еще не начался наводиться. Но ничего, скоро и сюда спустится. Все пошли по принципу сверху вниз. Но в принципе это и логично, и правильно. Здесь еще до ванны не дошли. Ванна тоже это очень интересный артефакт. Да. Вот. Так, с этой стороны школы у нас что происходит? Основные места залаза, вот всякие побитые окна, сейчас их все будут заделывать. Здесь уже работают люди. Все заделывается ОСБ. Ну, я говорю, как мы... Предполагаем, что это все достаточно временная мера и особо сильно не спасет она от проникновения, к сожалению. Но хотя бы прикроет, сейчас вот прикроют побитые окна, чтобы вода туда во время дождей не залетала. И как-то немножко все это закроется и будет получше. Вот. Ну и благо, что вообще в принципе... что вообще в принципе это все происходит, что обратили на это внимание и начали хоть что-то делать, шевелиться, ёксель-моксель. Столько лет простояла школа в непонятном состоянии, в открытом полностью, и вот как раз вот сейчас решили. Ну, лучше поздно, чем никогда. Короче, уже вот вынесли очень много мусора, идет загрузка в машину, все это будет вывозиться куда-то на какой-то полигон. А давайте сейчас спросим у ответственных лиц, куда это будет вывозиться. Ребят, а куда повезется все это? Здесь в контейнеры распределим и все. Ну, не в поле куда-то, нет, да? Нет, типа? Нет, здесь распределим по всем мусоркам и все. Понятно. Потом их вывезут. А это не... Так, ну посмотрите уже, какая везде чистота. Уже все прямо вот очень похоже на нормальное. Все помещения практически приведены в порядок. Сейчас посмотрим. Здесь порядок, чистота. Здесь в лаборатории, ну в лаборатории много работы, поэтому здесь так быстро все не произойдет. Потому что очень много мусора, очень много
опасного, во что можно порезаться, всякие химикаты, поэтому ребята работают аккуратно. Дальше идем. Тут что у нас? Тут все носится, возится. Сейчас мне интересно, как поживает кабинет, который... О, очистка фонтанов идет. Мусор из фонтанов весь уходит. Здесь кабинет уже чистенький весь. Посмотрите, как здесь убрано. Как здесь чистенько. Просто все вообще. Совсем недавно я еще здесь был, когда здесь был полный трэш. Не грех даже сделать фотографию было стало. Так, идем далее. Кабинет информатики. Чистенький. Весь мусор убран. Все, здесь идем далее. Везде чисто. Здесь прибрались. Еще не до конца, еще в процессе. Везде метут, чистят. Я надеюсь, ее не увезут. Ну, посмотрим. Пойдем сходим на второй этаж, посмотрим, что у нас там происходит. Ой, второй этаж уже почти закончен. Вот еще с третьего этажа что-то доносит. Здесь кабинеты убрано. Там все убрано. В общем, практически везде все закончилось. Вот только старую мебель выносят ребята. Так, здесь все чисто в немецком кабинете. Здесь все чистенько. Парты вот какие-то остались. Ну, в общем, процесс идет неумолимо. Все происходит гораздо быстрее, чем планировалось. Потому что очень много людей участвует. Думали, что будет 1,5 человека, а в итоге участвует очень много людей. И это очень круто. Вот в подвале. Всех призывают в подвал, потому что в подвале тоже очень много мусора, пособий и разных, различной макулатуры. А здесь вот так все выглядит. Здесь уже, смотрите, здесь уже одну машину полностью загрузили. И еще пару машин как минимум надо загрузить. Поэтому движуха еще на длительное время. Так, музыка сейчас будет. Военно-патриотическую давайте нам, марш какой-нибудь. Так, вот, первая машина уже уезжает. Первая машина с мусором пошла. Парни, привет! Погромче только говорите. Привет! Что сегодня делаете тут? Зачем? Чтобы ее опять сделали. Хотите, чтобы она работала? А кто ее всю разбомбил и разломал? Но не вы. А вы из этого поселка? И жалко школу, да? Ну вот сейчас ее уберут. Вы будете следить за тем, чтобы сюда не лазил никто и не срал? Не гадил в ней? Будете? Все, на вас надежда. Потому что мы сейчас все уберем, уедем, и останется все на вас. Только вам следить за тем, чтобы за ней ухаживали. Договорились? Все, молодцы, красавчики. Спасибо, что помогаете. Так, ну вот уже приехала вторая машина за второй партией мусора. И, как мы видим, мусора еще здесь, наверное, на пару машин хватит. Вот. Здесь половину загрузили уже, сейчас еще загрузят. Но еще, наверное, на минимум на одну, а то еще на две ходки. Но параллельно с этим здесь уже начинается раздача еды. У нас здесь, что у нас сегодня дают? Что на обед? Что на обед? Гречка. О, колбаска копченая, гречка.
пожалуйста. Сейчас всю, весь поселок сейчас накормят, да, парни? Да. Вы молодцы, вы работали, вы заслужили. Вы заслужили. Главное, чтобы потом не разбомбили опять. Да. Хорошо работающие. Парни, девчонки, молодцы все. Все, кто работал, молодцы. Сейчас мы пойдем, сделаем такой небольшой тур по школе, чтобы посмотреть, насколько стало чище. И вы сможете сравнить с начальными кадрами, которые были в самом начале этого видео, и что сейчас там произошло. Так что сейчас пойдем пройдемся. Так, ну что, ребят, пойдемте спустимся. Здесь вон везде чисто, все убрано, все аккуратненько. Ну, как бы о стерильной чистоте тут никто и не говорил, она и не нужна. Мне очень интересно посмотреть, в каком состоянии сейчас пребывает та самая купель. Вау, ничего себе! Обалдеть! Посмотрите, как чисто! Просто обалдеть! Просто охренеть! Помните, какая гора мусора была под самый верх? А сейчас здесь просто идеальная чистота. Вот это да, класс. Ну, вообще в целом, конечно, вот это образцово-показательно. Как было, как стало. Подмели, убрали, вынесли вообще от и до вообще все. Вот разве это не уважуха? По-моему, это абсолютный респект всем участникам этого мероприятия. Это очень круто. Я прям приятно удивлен. Вот здесь вот детки становились вот в этот вот бассейн и мылись, вот стояли под вот этими душами, которые наверху стояли и закаливались. Вот здесь глубина, ну вот где-то вот сколько здесь? Почти нет, ниже колена. И это было свойственно почти всем школам немецким, большинству. Закаливание вот такое. Она гранитная. Видно, что, видите, фактура видна. Цельная такая ванна. Слив где-то я видел. Слив. А, вот слив вот здесь был. Вот он. Кстати. А, ну да, один слив. А даже чувствуется уклон. Вот здесь стоишь, и чувствуется уклон немножко вот в эту сторону. Да, вообще класс. Немцы умели это делать. А вы здесь учились? Училась и работала. Так, вот мы поднялись на второй этаж. На втором этаже тоже везде чисто, везде все убрано. Везде хорошо. Вообще даже дышится по-другому теперь. В кабинетах везде все подмели. Все хорошо везде. Ну, штукатурка опавшая, это неизбежно, потому что видно, что она вон вся... Ее здесь очень много, и она еще будет опадать, но это уже хотя бы не пожароопасное, скажем так. Ребят, ну что я могу сказать? Очень отрадно, что вообще все это произошло. Еще больше мне нравится, что, ну, честно скажу, без всякого... хвастовства, откровенно быть, очень приятно быть причастным к подобному мероприятию и к тому, что, может быть, там моя публикация как-то сподвигла на все эти действия. Это очень круто, и я рад, я очень надеюсь, что эта школа еще постоит, дождется своих лучших времен, и, возможно, здесь что-то еще будет. Пока она просто консервируется, пока она будет стоять в закрытом виде, за ней будут следить, стараться, по крайней мере. Но, по крайней мере, она будет в чистоте, уже в ней пожар не сделать, всю эту макулатуру не запалить. Тусоваться в ней вряд ли кто-то будет, какие-то не очень адекватные личности. И, в общем, будем надеяться на лучшее и на вторую какую-то жизнь, на ее реинкарнацию этой школы. Пока все. По-прежнему помните, что надо делать. Там подписки, лайки, колокольчики. Ну, вот эту всю классическую тему. Спасибо за просмотр.
Thank you.